Валроса продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сотрудникам алмазной компании начали ставить в начале сентября. Сегодня свой организм от гриппа защитили уже более 3200 сотрудников алмазной компании. Это 19% от общего числа подлежащих вакцинации. Напомним, что вакцину можно поставить во всех здравпунктах алмазной компании. Сотрудники медицинского центра советуют привиться до наступления холодов. Для здоровья. Чтобы люди не болели. А вы каждый год ставите вакцину? Так-то каждый год. И не болеете? Да нет, вроде бы. Потому что если даже заболеть, то переносишь легче. Я думаю, нужно, чтобы не болеть. Вакцины же это, помогают, чтобы не болеть.